Хаир Лейрте, с добрым утром, уважаемые телезрители. Сегодня 6 апреля, среда. Местное телевидение начинает свои передачи. Уважаемые телезрители, недавно наша съемочная группа побывала в колхозе «Заря». Вашему вниманию предлагаем наши видеосюжеты. Белюгыща. Быйылғы йылда уздырылған отчет сойлау жиылышларында бірнеше колхоз рейсі олмашынды. Менә әлігі вақытта біз Максим ауылында біз, біздің да шындай рейсларының бірсі Ильсур Фанавеевич Багауф. Ильсур Фанавеевич, өзіңіз білен яқыннанырақ таныштырып, өзіңіз әлі. Рейс етіп сойлағаншы, мен Максим Горький колхозында баш экономист болып үшләдім. Районға қойтқанша Башқұрт ауыл қожалығы институтын тәмамладым енді 86 жылда. Шынан кері қойтқышта туған колхозда ішке башладым. Орыстағында агроном болып ішләдім. Сонан енді экономист болмау сәбәплі мені экономист деп қойдылар. Ну, 91 жылда Мәскеуде оқып қойттым. Теге повышение десек та бұла енді аны, менеджерлер курсы десек та бұла. Шынан кері оңадан туған колхозға қойттым. Ну, бұйылғысы елда енді тәқдим еттілер енді мұнда рейс етіп, ну, қаршы келмеске тұр келді енді. Шілеп қорға, өзімнің күшіні сынап қорға ойладым енді. Ильсур Фанавеевич, мұна енді ой ярым, екі ой, ұзып бара ішлей башылғандығызға, сонларының дәрсетен башладығыз? Қазіргі заманда демократия деп өзінде, біз енді сондай халық бетін демократия берселер бізге, біз бұзылуға, нашарлыққа берешеміз бетінде. Сонға көрі мен түп үшіне башладым тәртіп құюдан енді. Міне халықтарда сөйлестік біз, коллективтарда жүрдік, фермаларда, трактор паркларында, былай ферма юртларында енді вообще. И халықтар бұла оңнаштық енді. Алар, менімше, алар мені поддержать етелер. Бұл линияны алып баруға жәрдем итер біз деділер. Сонға мен тәртіптен башлайым енді сондам. Әй, шынлап та, бұйылғы елінің ауырлығына біз тәртіптігіне қоршы қоялабыз. Ильсур Фанавеевич, енді мына биылғы язғы қыр ішлеріне нендерек әзірлік бара сіздің колхозда? Так, мына көптен түгіл біздің техосмотрлар өтті бетінде, машиналар бойынша, тракторлар бойынша да, шоңа көре мен өзімше айтасы келе енді, әзірлік все-таки болды, жегітілер тұрыштылар бетінде, мына автотранспорт бойынша, яқшығына нелерге айтып кеттілер бетінде келген іптешілер әзірлік бойынша, шоңа көре шешуге шақлы біздің бүтін техникада 100% шықмаса да 99% шығайынданың. Шулай оқ, тағылмай инвентарларда біздің әзір деп әйтерге бола. Ну, халық ішілей, мұнда мен халыққа ашана менде, мұна өзі бізді әшілігінде, сөттікі янауыл яқынлығы бұлдым екен, нық тискәрі біле етедір енді. Әмінда халықта емі, крестьянның жилкасы бар алы. Мен шоңа келгеште айттым ол кешілерге енді. Міне, алар сөттікі колхоз, крестьянның ұнытмағанлар. И шуны алып баралар. Династия дейбіз мейінде, неме дейбіз? Ну, жилка деймін енді мен аны. Крестьянский жилка бар бұларда. Шуңа көрі алар бұла ішлерге бұларға тиіште бөлейм енді мен. Қалқышыларым мақтап кеттігіз. Білгішлер арасында сізге мұна ердем зор ма? Так, білгішлер арасында келгенде әліге бір ой уақыт ішінде атсынка беру ауыррақ. Ну, шулай да бар мұна жегітлер бар біздің. Мұна мен ұсаға олымнан Зафирма Наум абыны, шулай бригадир Владимир абыны, яқшы яқтан әйтіп кетесі келе енді. Ну, баш білгішілерден әлі пока атсынка беру ауыррақ. Ну, жігітлер оңладылар деп ойлаймын. Мен теге тәртіп болса сразу айтамын енді, наказа айтам. Или енді оқшасын кисем, или парагол қоямын ба. Яйсе бір үзін алып келіп бөлмеде тергеймін мен ішіктер барға тиісінді. Жігітлер оңларға тиісілер деп ойлаймын. Ну, келешекке ашаныш бар аларға. Ну, нетмеселер, ұрындарым ұшаталар енді әкіреніп. Шайда болар енді. Ильсур Фанавеевич, мына районда біздің ұрлық білен ауыррақ хәл деп айтсақ та бола, сіздің колхозда ойлықтан ішлер нешік тұра? Так, ұрлықтарақ келгенде енді, әлә нендей теге качественный деп айтып болмай, ұрлықтар бар. Ну, шулық уақытта мына біз Пермский облыста көршілер білен іш емітебіз енді. Мына алардан бүгін 50 тонна алып қайтырға тиісілер. Шұнан ұялғы шешуге яңадан әбіш айттылар бір 20 тонна алып. Шоңа көрі ұрлықтар бұла шығарға тиіспіз. Ну, качествосы, сифаты нашарырақ енді. Мына басуларға шіреме шығару, теріс шығару алар барамыз? Әліге шақлы барадыр е. Ну, техосмотрға әзірләну сәбәплі шіреме шығару тоқталды. Шушы күндерде ұсақ бригадасында башларға дейбіз. Фактически теріс... Бүгін 30 март квартал ұзып бара. Ильсур Фанавеевич, әміне ит сату, сүт сату бойынша планларыңыз өтеле ме?
Так, планнарга келгенде инде, конечно, ауырлык була үтәдек. Ну, мал ит сатууну үтәдек, сүт сатуу менә бүген иртәгә үтәлә дигән кебек. Шул ук вакытта икенче кварталныкын җиңел үткәрү өчен менә бүген халыктан мал җыю була, заним сайтабыз, контрактация дибез битендә. Менә где-то бер 8 баш халык китерде инде, чөнки хәзер яз битендә без аның сәбәпләрен уйладык инде, шуңа күрә халык китерәчәк. Бер 30 баш җыябыз яңадан, икенче квартал планнарын үтәү өстендә шалып барабыз инде. Ну, болай үтәлә инде. Төргә тырышабыз. Зарахмат Илсур Ханавиш, без сезнең белән танышуга бик шатбыз. Тагын шуны әйтеп китәсе килә, шушындай күтәренке рух белән, ышаныч белән яшәүегез өчен сезгә зур рәхмәт. Инде алдагы көннәрдә сезгә уңышлар телибез. Рәхмәт. Беседовали главным зоотехником колхоза Ринафом Магдановичем Магдановым. Как было уже сказано в выступлении председателя колхоза, квартальный план по сдаче государству мяса и молока колхозом выполнены. На сегодняшний день в колхозе с одной коровы надаивает по 7 литров молока. Этот показатель выше прошлогоднего на 100 граммов. Животноводы колхоза с честью справились с заведенными заданиями. Ринаф Магданович отметил тех доярок, которые своим трудом достойны всяческих похвал. Это доярки Максимовской молочно-товарной фермы Рима Муланурова, Алевтина Фарвазова. На сегодняшний день они надаивают с одной коровы по 12-14 килограмм молока. Корма в колхозе имеются в достаточном количестве, сказал он. Предстоит большая работа по улучшению породы скота. На откорме хорошо трудятся Хайдаров Семен, Зиятдинов Григорий, Касфатов Ренат. Дневной привес молодняка у них составляет выше 1 килограмма. Много лет трудятся на откорме также и добиваются хороших результатов Армагинов Тимирша, Парахова Фанье, Габдуллина Рамзеля. Вот так, не унывая и не жалуясь на трудности, работают сегодня животноводы колхоза «Заря». А теперь, уважаемые телезрители, послушайте, пожалуйста, новости из Максимовской сельской администрации. Сельская администрация включает в себя три деревни – Максимова, Верхняя Барабановка и Зерка. Совсем недавно главой администрации назначен Муланоров Хасиб Хабибович, который до этого работал председателем сельсовета. Надо сказать, что новый председатель колхоза Багаов Ильсур Фанавиевич начал здесь работать недавно. Поэтому в планах совместной работы на будущее председателя колхоза и главы администрации намечено много работ. Чем живет сегодняшнее село? Хасиб Хабибович рассказал нам, что жизнь сельчан идет своим чередом. Максимова работает средняя школа на 264 места, детский садик «Василек» на 45 мест, фельдшерско-акушерский пункт, физкабинет, магазин. Вообще в Максимовской сельской администрации живет 937 человек. 624 из них живет в административном центре. Только жилых квартир в центре насчитывается 191. Хочется сказать, что сельчане постоянно заняты строительством. Вот и за 93 год в эксплуатацию введено 6 новых домов. Также одну новую квартиру для школы построил сельский совет. Строится и нынче. 5 молодых семей заняты постройкой своего дома. Администрация и тут всячески поддерживает строительство, старается обеспечить стройматериалами, выделяет бесплатно транспорт. Для пенсионеров, участников Великой Отечественной войны, по льготной цене выделяются дрова, зерно. В сельский магазин также поступают по льготной цене продукты питания и товары первой необходимости. Это новая улица, это молодежная улица, где-то 60% живут по этой улице молодые семьи. Вот напротив две квартиры, это колхозные квартиры, построенные в последние годы тоже, где-то 4 года тому назад. И внизу смотрится квартиры, тоже раньше были колхозные, сейчас проданы колхозникам. И в настоящее время живут там доярки, механизаторы, водители колхоза и специалисты колхоза живут. И приватизируются квартиры колхозные в последнее время.
Совсем недавно отдел социальной помощи администрации города Янаул и Янаульского района в Максимово закрепил за 6 дворами своего работника Фазлееву Ильмиру, которая будет помогать пожилым и престарелым одиноким старикам. В колхозе «Заря» идут подготовительные работы и по газификации, которые начались в 1993 году. Уже полностью готовы проекты, приобретены трубы для проведения газопровода. В сельскую школу ходят также дети из соседних сел Зерка и Верхняя Барабановка. Для них построен интернат на 30 мест, столовые при школе. На сегодняшний день в школу ходит 120 детей, то есть школа не укомплектована полностью. Колхоз для учителей делает все, что в его силах. На коммунальные услуги бесплатно выдаются дрова. Осенью учителя по той же цене, что и колхозники, получили по 2 центнера зерна, крупу гречневую. К радости максимовцев открыли в селе и свой физкабинет, в котором действуют кабинеты УВЧ, электрофорезы, лампы Соллюкс, ДДТ, УФО и ингаляции. Все это делается для сельчан для поддержания их здоровья и благосостояния. Очень теплые отношения сложились у администрации села с детским садом. Его заведующая Хузина Римма Гельмашевна рассказала нам, что колхоз бесплатно отпускает им мясо, молоко, старается помочь всем, чем может. Трудолюбив и педагогический коллектив садика. На садовом участке они выращивают картофель, лук, морковь, капусту, обеспечивая тем самым себя на зиму полностью овощами. В эти дни в Васильке идет подготовка к районному татарско-удмуртскому фестивалю. Изготовляются декорации, шьют костюмы, готовят программу. Надо сказать, что администрация села регулярно выделяет транспорт для поездки в Янаул на просмотр кино, спектакля, выступления цирка и артистов. Все больше припекает солнце, все больше тает под ногами снег, обнажая грязь, нечистоты. Мы любим говорить, что Янаул не так чист, как хотелось бы, хотя и прилагает администрация много сил для этого. Да, действительно, город расположен на болотистой местности, долго сохнет земля. А что же мы делаем для того, чтобы город содержать в чистоте и в порядке? В понедельник, 4 апреля, наша съемочная группа вместе с заведующим отделом городского хозяйства администрации Миниязевым, главным специалистом отдела Нурисламовой, помощником санитарного врача Загировой выехали на проверку санитарного состояния города, его улиц. То, что мы увидели, было малоприятным. Возле дома МПМК прорвало канализацию. Все нечистоты, грязь вышли на поверхность земли. Нужно заменить вентиль, как сказал нам Миниязев, на вопрос, в чем же причина. Хотя ремонт здесь был проведен, он был некачественным, что доказывает последовавшая авария. Чуть далее прорвало теплотрассу, горячая вода течет по улице. Люк канализационной ямы открыт, а в нем кипяток. Столько детей играют вокруг, до трагедии всего лишь шаг. По результатам проверки был составлен акт, на основе которой руководители МПМК Жуйков и НЭС Ибатуллин были оштрафованы. Уважаемые телезрители, мы находимся на территории совхоз-завода Янаульского. Вот здесь должны были быть очистные сооружения, но их как не было, так и до сих пор нет. Да, действительно, со дня существования совхоз-завода, раньше это назывался завод, консервный завод, очистные сооружения
у этого завода не работает. Вследствие чего обширная территория вот у дороги в сторону Навартаула до реки Буй выходит из строя. Вот здесь раньше были луга, скот пасли, сено косили люди когда-то. Это сейчас превратилось в вонючую территорию, круглый год при том. Сейчас вот эти вот кустарники, деревья мимо, около реки Буй, также уничтожаются из-за вот ядовитого содержания вот этой жижи, которая выходит из совхозавода. Дирекция совхозавода, его коллектив когда-то намечали строить локальные очистные сооружения. Их много раз предупреждали службы санэпидстанции, другие, комитет охраны природы, да и районный совет народных депутатов в то время. Но локальные очистные сооружения так и ладом не построился, вот в таком запущенном состоянии. И мы остались перед фактом, что завод надо или закрывать, или что-то строить надо. Надо строить очистные сооружения. Так дальше продолжаться не может. Потому что эти грязные вода попадает в реки Буй. Затем, значит, эта вода через значит, километр, там полтора, может быть, железнодорожные водомыслительные станция набирает эту воду. В итоге эту воду, эту бякос, значит, вот эта вот нечистота употребляет уже люди. Люди вот северной части города, это район кирпичного завода, район железнодорожный, да и, значит, эти заправляются этой водой, железнодорожные вагоны, пассажирские вагоны. Хотя эта вода немного очищается, но нельзя дать гарантию, что вот эта вода идеально, абсолютно чистая. Мы также побывали на улице 8 марта. Как видите, картина та же. Жильцы домов выбрасывают весь мусор, отходы от брикета на улицу. Беспорядки, перед домами лежат бревна, кругом непролазная грязь. Многие жители улицы сетуют на то, что нет возле домов емкостей для мусора, на то, что нет транспорта, чтобы вывезти его. Но ведь для того, чтобы привезти дрова, соломы, они нашли транспорт. И потом, неужели порядок возле домов должен наводить кто-то другой, а не мы сами? Уважаемые телезрители, в понедельник, 4 апреля, состоялось оперативное совещание в местной администрации, где были рассмотрены вопросы о состоянии городского хозяйства. Перед собравшимися выступили руководители жилищно-коммунальных хозяйств города Андарьянов и Габдулхаков, заведующий отделом городского хозяйства Минязев, заместитель главы местной администрации Фархуддинов. С информацией о движении городского транспорта выступили начальник автотранспортного предприятия «Шарипов», начальник госавтоинспекции «Батыршин». О состоянии правопорядка в городе рассказал начальник муниципальной милиции Алексеев. На совещании были затронуты некоторые аспекты благоустройства города. Большую озабоченность у администрации вызывает санитарное состояние улиц, жилых домов, подъездов. На совещании также говорилось, в частности, о том, что в последнее время участились случаи разбойного нападения на граждан в дневное и вечернее время. Особое внимание было уделено борьбе с пьянством и алкоголизмом. Вызывает озабоченность появление на улицах нашего города большое количество пьяных и праздных граждан. На совещании говорилось об объектах долгостроя, в частности, городской мечети. Вел совещание глава администрации Назир Загитович Зиязов. Күптән түгел күренекле публицист, шагыйр, Оргамак журналының баш мөхәррире
Ойдар Халим яңа ауылда булып китте. Бүтін Татарстан интеллигенциясы, зиялылары, Татарстан халқы, татар халқы, сізіне Кәусәрия бик тә ярата. Миңа киткәндә сезне үстергән яңа ауыл җиренә, сезне үстергән туфракка, сезне үстергән атаенәгә күп итеп сәлам әйтергә куштылар. Һәм Татарстан матбугаты, татар халкы, Татарстан халыклары сезнең иҗади үсешегезне даими рәвештә күзәтеп бара. Без әле зур юллардан киләбез. Ялгышмасам, 1994 елның 14 февралында микән 1 мартыга Татарстан радиосында Оргамак журналының Саҗидә Сөләйманов исемендәге беренче премияларының йомгаклары турында хәбәр булды татарча русча. Анда сезнең исемегез беренче булып аталды. Үземә тапшырылган бөеклекне Оргамак коллегиясе исеменнән һәм шушы комиссия исеменнән сезгә инде тапшырырга рөхсәт итегез. Мин монда шигырьләр сөйләп, сезнең аркасын килмим. Кызылтан газетасы кичәге санында сезнең турда бик матур аңыз күргәнсездер. Кешеләрнең еллар чакта күргәннәрен янып сөйәм. Монда барысы әйтелгән. Шуңа күрә мин бик үзем шигырьләр укып, сезнең аркасын килмим. Һәм шушы миңа тапшырылган бөекне үземнән матур итеп бушатасым килә. Без махсус рәвештә махсус эшләттек медаль. Ул медаль махсус коробкада. КАМАЗның кыю заводы бу медальгә язды. Саҗидә Сөләймановның портретын эшләде һәм Саҗидә Сөләйманов исемендәге әдәби бүләк Аргамак журнал идарәсе шаулы. Шуннан без эшләттек махсус, булар бит беренче тапкыр тапшырыла, ул ел саен булачак. Катнашты бөтен юбилейда безнең 30-ға яқын кіші жеңіп шықты 5 ауылайын. 5 ауыл. Шағадатнама біз мақсус үшіленген. Аргамак журнал идарасы шағадатнама, яғни диплом, шалуы. Шағадатнамаға бұлай жазылған. Ғұмыр ұзын десем, рас болыр ма, сездірмей де ұзды десем, көп те түгіл, аз да түгіл, бір екенсің тұрмыш десем, Саҗидә Сөләйманова, яғни шушы жерінің қызы. Бу вакиганың бергә кушылуында мин бер аерым мәгънә күрәм. Шушы җирдән туган бөек шагыйрәнең исеме һәм бүгенге көнебезнең, мин һич ул сүздән курыкмыйм, татарга канат куеп, үзе иң канатлы шагыйрәләрнең берсе, иң канатлы шагыйрәнең берсе Кәүсәриягә тапшыру, мин монда аерым зур мәгънә күрәм. Язылган Аргамак журнал идарәсе ошбу шагыйрәтнәмә шагыйрә Кәүсәрия Шафиковага милләтебезнең бөек шагыйрәсе Саҗидә Сөләйманов исемендәге әдәби бәйгедә шигъри гөләндәмнәре 6-7 саннар 93 ел белән катнашуын һәм җиңүен раслап бирелә. Шәһадәтнәмә белән бергә акчалата бүләк махсус медаль тапшырыла. Аргамак журналының баш мөхәррире Саҗидә Сөләйманов исемендәге әдәби барыш комиссия рәисе Айдар Халим, сәркатибе Фатил Әмәк. Һәм сезгә шушы медаль белән, шәһадәтнәмә белән бергә Аргамакның махсус язылган үзенең клеймалары белән Аргамак Саҗидә Сөләйманов бүләге 500 мең сум күләмендәге премия тапшырырга рөхсәт итегез. Алла бирсен. Рәхмәт сезгә, Сәрия. Бер сәбәргә булыйк. Менә шушы дусларым барында мин язарга өйрәнә күчтем. Рәхмәт сезгә. Мин аңа шат, мына шушындай безнең язучылар оешмасында мына шушы Кәүсәрия кебек эшләүчеләр, алар күп түгел, бармак белән генә санарлык, мына шушындай кешеләр иҗатка бирелеп, чын, теге бөтен кешен иҗатка дуплаган кешеләр алар күп булырга да тиеш түгелдер инде ул. Чөнки алай да менә сез карасагыз, Тукай заманына карагыз, аннан соңгы вакытларда андай теге талант, андай тырышлык ул бик күп көч кирәк һәм башка талант та кирәк. Менә рәхмәт, мин тагын да бер сезнең менә башкаларның сүзен кагытларга теләмеймен. Кәүсәрия, киләчәктә дә син шушы китапта безнең 4 автор: Кәүсәрия, Акыйма Саяпова, Рафис
Мухаммеддинов һәм үзем. Дүрт кешенең нәрсә 5000 тиражы моны. Бер чиратта шуны әйтергә кирәк, үзебезнең район җитәкчеләренә рәхмәт. Алар әгәр алар ярдәм итмәсә безгә, без шушындай китапны күрәлмәс идек. Рәхмәт барыгызга. Сезне котлыйм. Менә башын әйтәсезгә, башын үзегезгә, соңна койтырам. Менә безнең яңалык җирендә туып үскән кызыбызның, шагыйрәбезнең Сәлидә Сөләймановның премиясе барлыкка килде. Бу безнең өчен бик нык зур горурлык. Икенче Ләтә бәйрәме. Шушы безнең карлыгашыбызның беренче премиясе. Менә безнең яраткан шагыйрәбез Кәүсәриябезнең, герой Кәүсәриябезнең Кәүсәриябезгә килеп керүе. Менә аның шушы премияга лайык булуы. Бу икенче шатлык. Ә инде өченче шатлык. Менә тагын да шушы яңа үзәрендә булып үскән дип кабатлыйм инде. Саҗидә Сөләйманова исеме тирәсендә шушы исемгә лайык булырдай бөек кешеләрнең җыелуы. Димәк, ул үзе исеме тирә-ягына шушындый үзе кебек бөек кешеләрне җыя дигән сүз. Бу инде яңа үзәре өчен шушы хәтле күп кырлык китерә. Ая, сезгә бу решениегез өчен бик зур рәхмәт. Чын барлыкта шушы кечкенә эшләгән тантананы айдарабыз, сез зур тантанага кабул итеп алабыз. Рәхмәт администрациясеннән. Менә сез рәхмәт булагыз. Безнең якка килүегез соңгы булмасын. Безнең якка юллар сезнең өчен һәрвакыт такыр булсын. Сау сәламәт булагыз. Шуңа зур рәхмәт күрсәтергә ягыдан. Сәламәтлек сиңа. Рәхмәт сезгә, Фидагә бай. Рәхмәт сезгә, сеңлесенә менәбе, аны карап ята. Без инде үзебез район итәкчеләре, җәмгыятьчелек, Язучылар союзы, аларга инде ничек инде кулыбыздан килә, шушы ярдәмне моңа хатып сузып торырга тырыштык һәм киләчәктә дә шушы ярдәмебез булыр. Юғалтмаз өзеп ышандырасы килә сезгә. Зур рәхмәт сезгә. Рәхмәттен башка, сез юк итмәдә. Мин қанағат мен мен сіздің ердімге. Бігіріп те, қоштар мен кешейім мен өзіміздің районда. Район жетекшілерінен, мен Фәрит Ауыр ердіміне. Жыршыларым менің жырларым мен жырлайлар. Туғынларым мені қорайлар. Әткей есен сау. Барсын да қанағат мен. Міне, нәрсе етмейін барлығы. Ұшырашының озағында енді Көсәрия Шафикованың яңа шығырлары һәм жырлары яңырады. Арам олларыма құйылды. Шулай микән? Әшінінде бәлкі тұрмыш ауырдыр. Жеңіл болмас ауырдыр. Ол кішігіне сабырдыр. Күшлі бол. Жаным бар, жанымны сақылайым. Жил тидірмем мен аңа. Әнке әйтті, юққа ғына тудырмадым дүнияға. Син күшлі бол. Бұл тұрмыштан жаныңа алма қора. Жаным жиста. Әрініп-әрініп сызласа да мің юра. Қойғысын да шатлығын да шул жаным қабыл ите. Шүкір, әлі барысында көз ешлерім һәм жырларым итерге күшім жете. Шушы истәлекле вакыйга белән без Көсәрия Шафикованы тагын бер тапкыр котлыйбыз, аңа яңа шигырьләр, моңнар телибез.